Качество питьевой воды является одним из важнейших показателей качества жизни в целом. Обеспечить население хорошей водой – безусловный приоритет сегодняшней региональной власти. Жители Жаворонков очень часто жаловались на повышенное содержание железа. Для них монтаж такой станции обезжелезивания стал настоящим подарком. Основное назначение данной станции – это очистка воды от железа. Соответственно, в зону влияния данной станции попадает около десятка многоквартирных домов общей численностью населения 1200 человек, а также она снабжает близлежащие индивидуальные жилые строения и СНТ. Водозаборный узел села состоит из трех скважин. Первую проткнули еще в 1949-м, почти 70 лет назад. Сегодня разбор воды не превышает 600 кубов в сутки при проектной мощности в 1000 кубометров. При этом новая станция может очистить от железа в полтора раза больший объем. Эти станции, вот подготовки, в частности, в селе Жаворонки, установлены по программе губернатора «Чистая вода». За это мы благодарим правительство Московской области, которое софинансировало большую часть для ввода в эксплуатацию данного объекта, и администрацию Одинцовского муниципального района. Бюджет был Одинцовского муниципального района. Общая стоимость – это 16,5 миллионов, из которых 13,200 – это бюджет Московской области, и оставшаяся сумма – это бюджет Одинцовского муниципального района. Прокладку необходимых инженерных коммуникаций, привязку к существующим сетям своевременно и профессионально осуществил Одинцовский водоканал. Без этой работы оказалось бы невозможным запустить станцию настолько быстро. Дело в том, что, как и, в общем-то, по всей Московской области, проблема железа достаточно стоит актуально. Вот. И то превышение норматива, которое, скажем так, было и здесь, этой станции обезжелезивания, оно убирается, и, скажем так, вода теперь будет соответствовать санитарным нормам. Автоматическая система очистки обеспечит постоянную бесперебойную работу системы без остановок на промывку фильтров. При этом срок службы станции оценивается профессионалами минимум в 20 лет. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».